на крышу и порвать рейнджеров! Рейнджеры заплатят за всех, кого убили! Скоро придет наше время! Дорогой мой лунный лучик, я знаю, что ты с нетерпением ждешь вестей обо мне. Прости, что оставил тебя. У меня появился шанс заключить хорошую сделку, благодаря которой мы смогли бы начать новую жизнь. Я пошел в гостиницу «Стейтсмен» на встречу с покупателем, но сделка не состоялась. Мы стреляли друг в друга, и теперь, похоже, я умираю. Мне отсюда уже не выбраться. Тут чертовски много супермутантов. Я могу лишь записать это сообщение и спрятать его в одной из комнат. Ты сильная девочка и, уверен, сможешь выжить одна. Я тебя этому научил. Мне отсюда уже не выбраться. Тут чертовски много супермутантов. Я могу лишь записать это сообщение и спрятать его в одной из комнат.
Будет играть!
буду...
Эй, ты! Тащи сюда свою задницу, пока тебя супермутанты не заметили! Поосторожнее, а? Зови меня Мясник. Я отрядный врач. Приятно видеть дружелюбное лицо. Ладно. А теперь, что ты за хрен с горы, и когда придут подкрепления? И чтобы добраться сюда в одиночку и живым? О, впечатляет. Рейли отправила на задание подходящего человека. Как всегда. Эй, она в порядке? Гора с плеч. Я ей сказал, что она рехнулась, когда решила выбраться отсюда тайком. Видать, я был неправ. А теперь давай-ка поймем, как отсюда убраться. Я бы предложил вернуться твоим путем, но, очевидно, теперь не получится. Так что скоростной лифт — единственный выход. Твоя правда. Нам нужно как-то запитать мотор лифта там, наверху, и запустить эту штуковину. Пока мы поднимались сюда, мы точно проходили служебное помещение. Там был дохлый протектрон. Если принесешь мне его ядерную батарею, Донован сможет запитать лифт. Фантастика! Скорее иди к Доновану. И как только он запустит лифт, прорывайся. Помни, встречаемся в нашем штабе на базе рейнджеров. Не задерживайся. Эй, привет! Донован к твоим услугам. Ты ломаешь, я чиню. Дай-ка мне ее. Всего несколько минут, и лифт у меня заработает. Как только я его запущу, мы свалим отсюда. Приятно видеть, что с тобой все в порядке. Неплохо. Эй! Давай! Что-нибудь! Достаточно? Вроде я что-то слышу. Мы их достанем. Будешь знать, как со мной связываться. Может, как-нибудь без этого? Эй, все в порядке. Мы с Юджином рады тебя видеть. Привет. Повторяю, я не знаю, как тебя благодарить. Я отправлюсь обратно на базу рейнджеров. Погляжу, вернулась ли Рейли. Заглядывай ко мне, если окажешься поблизости. Если тебе понадобится медицинская помощь, припасы или ремонт, дай знать мне или Доновану.
Ты явно не промах. Не хочешь присоединиться к рейнджерам? Наверняка Рейли захочет взять тебя в команду. Без проблем. Доложи обстановку. Ты выглядишь, как будто только что из ада. Еще бы. Честно говоря, я поражена, что у тебя все получилось. Ты можешь мне рассказать, что с моими людьми? Поражаюсь твоей смекалке. По-моему, тут на развалинах нет никого столь умелого, как ты. Думаю, за мной должок, и я собираюсь его вернуть. Я уверена, что тебе интереснее награда, чем моя болтовня. Так что давай перейдем прямо к ней. Ладно, но хоть дай поблагодарить мне тебя за все. Тебя же могли убить. Так какое ты хочешь вознаграждение? Боевую броню рейнджеров или миниган? Значит, броня. Носи ее с честью. Так же, как и мы. Можешь считать это место своим вторым домом. И если окажешься неподалеку, ты всегда сможешь найти здесь приют. Ну вот и все. До встречи, малыш. Позволь мне дать тебе совет. Держись от них подальше. Это редкостные мерзавцы. Ни принципов, ни совести. И они легко пришьют безоружного, если им за это заплатят. В последнее время их все чаще видят в окрестностях развалин Капитолия. Советую обходить эту местность стороной. Да, наши пути пересекались, но, по счастью, быстро разошлись. Кирпич чуть не устроил резню, когда один из них плюнул ей на ботинки, но мне удалось ее удержать. Даже не знаю. Мне кажется, я больше не гожусь для такой работы. Я чуть не погубила там всех, на Вернон Сквер. Разве ответственный лидер мог так поступить? Одно неудачное решение за другим. Да, но я завела парней в тупик. Тео погиб, потому что я решила укрыться в больнице. Не думаю, что мне можно доверять кого-то вести. Спасибо. Это очень мило с твоей стороны пытаться меня утешить. Надеюсь, что скоро я вновь смогу заняться картами развалин. Многие хотят, чтобы я поскорее закончила эту работу. Ты станешь жизнью рисковать ради меня? Ну, ладно. Это неожиданно, но я, конечно, не откажусь. Да, и я обязательно тебе заплачу. И не вздумай отказываться. За каждый маркер для карт, который ты найдешь на столичной пустоши, я щедро расплачусь крышечками. Находи их, возвращайся сюда, и я скачаю их с твоего питбоя. Вот, держи, картографический модуль. Только, пожалуйста, не потеряй. Донован потратил целый год на его разработку, и у меня таких немного. Он автоматически будет считывать с твоего питбоя всю информацию по картам, которую ты соберешь. Когда ты вернешься, я заберу у тебя эти данные и расплачусь с тобой.
Мы это сделали. Отлично. Тебя подштопать не надо. Да, подштопать тебя не помешает. Мы это сделали. Отлично. Тебя подштопать не надо. Удачи тебе. И снова. Отлично! Ты снова здесь? Прощай, детка. Привет, рейнджер. А, снова ты. Надо что-то починить. Ну-ка посмотрим, что я могу сделать. Возвращайся поскорее. Да? В чем дело? И даже очень, дочка. Что у тебя есть? Что ж, приходи, когда они появятся. Ладно, за работу. Удалось наткнуться на интересные технологии. Угу.
Ну, почему бы не сходить туда? Заведешь новых друзей? Ну, или просто активируешь? Конечно. Удачной охоты! Твоя информация просто бесценна. Жду не дождусь следующей порции.